Одна из идей дачной курочки на гриле. Берем курочку и вырезаем у нее позвоночник. Вот так и вот так. Остается курочка, но без позвоночника. Раскрываем ее вот так и распластываем. Мы услышим хруст. Вот так. Немного оливыча и какие-то ваши любимые приправы, например, катаны. Просто присыпаем, и на масло специи прилипают. И с другой стороны тоже. Хорошо разогреваем гриль и кладем куру вот так вот. Вторая половина у нас здесь свободна от решетки. Зачем? Затем, чтобы сделать салатик из печеных овощей. Это как? А вот так, просто кидаем перец на уголь, пока он не почернеет. Вот такая вот история, перец должен абсолютно стать черным, не волнуйтесь. Внутри там хватает сочной части. Теперь перцы вынимаем, они все вот такие вот обуглившиеся. А кэречка продолжает. Отлично. И помидорки вот так вот тоже подкоптим, чтобы мягкие стали. Подостывшие перцы очищаем от вот этой черной шкуры. Когда перцы подзапеклись, с них вот это вот совсем горелое вот так счищаем. Остается печеный перец с запахом дымка. А семечки из этой истории мы само собой вот так вот вынимаем. Горячие. Если немного осталось пригаренок, ничего страшного. Нарезаем. Посмотрите, какая нежная перечная штука. А вот и наши печеные томаты. Убираем веточку. Немного зелени, укроп, петрушка, все, что найдете на грядке. И все это сюда, к этим томатам мягким. Чеснока туда же, но это понятно. Зеленый лучок тоже сюда. Свежемолотый перец, само собой. Соль, оливковое масло, вот так хорошечно. И чуть-чуть сока лимона. И замешиваем. Здесь куча жидкости, поэтому получается практически такой вот омлет, но помидорный. И теперь вот сюда вот уже перец. Я просто не захотел его перемешивать, долбить. И вот так. Вот такой салат. Салат божественный, сюда можно добавлять еще там сметану, крем-сыры, творог, все что угодно. А кэречка, само собой, готова, что и будет-то. Посмотрите, какая красота. И даже тут не подгорело. Осталось вывалить вот такую вот овощную подушку и положить сверху кэречку и подать. Вы только посмотрите, какая красотища. И, само собой, внутри абсолютно все готовое. Я думаю, это и так понятно. Ставь лайк, если бы сожрал, и огромное спасибо всем, кто подписывается.